Всем привет! 10-й день локдауна. Мы снова идем на ковид-тест. Нам выдали пропуска в прошлый раз. Мы можем покидать по одному человеку раз в 2 дня наше сообщество. Сейчас мы идем снова делать тест. Судя по тому, что там можно все-таки пройти ковид-тест с другой стороны, мы сейчас туда пойдем. И вон там видно, люди выходят из сообщества. Мы сейчас тоже выйдем прогуляться хоть немножко. Съемка ведется на Sharp R3. И теперь мы, как хитренькие, сваливаем из нашего сообщества, с нашего двора. И прогуляемся. Свобода! Жаль только, что мы не догадались припарковать наш скутер где-нибудь здесь. Сейчас бы сгоняли на пляж, а так приходится вот пешочком, даже с велосипедами не выпустили бы. Улицы непривычно пустые. Вот какие-то машины есть, какие-то ребята на скутерах. Но обычно, в обычный день, здесь просто столпотворение. А сейчас почти никого нет. Огромное количество магазинов и бутиков закрыты, потому что, естественно, никто не ходит. Нечего купить и некому покупать. А это пример того, как легко обходятся законы в Китае. Вроде замок висит, правильно? Но купить лотерейный билет вы все еще можете. Просто через вот эту щелку между дверьми. Хитрецы. Когда всего этого долго не видишь, отвыкаешь от этого. Какие красивые деревья. Вот рынок, на котором мы обычно закупаемся. Вот здесь немножко побольше людей. Здесь заграждение и охрана сидит. Чтобы народ просто так туда-сюда не ходил. Видите, охранник проверяет у них что-то. Огромное количество малых бизнесов разорено. Просто разорено. Смотрите, закрытые двери. Представьте себе, им всем приходится платить аренду. Мне тоже пришлось заплатить за жилье. Буквально позавчера, на 3 месяца вперед. Узнаете, комрады? Люди прямо вот так отдыхают в тени. Чтобы попасть на рынок, нужно отсканировать 3 QR-кода, пройти вот эту вот змейку. Видите, там QR-код проверяют. И вот проверяющий на каждом углу. Нет QR-кода, не можешь пройти. Это гуава. Очень интересный фрукт. Это драконий фрукт или питая. Это вообще не знаю, что такое. Вот манго. Я решила поиграть моей бородой. Без спроса. Вот эти яблоки. Это восковые яблоки, черри-помидоры, это вот лонган. Куча интересных вещей, о которых в России даже никто не слышал, скорее всего. Смотрите, как имбирь продается. Арахис. А это утиные яйца в глине, они немножко... Вот, я даже не знаю, как объяснить, что с ними делается, но они, короче, маринованные уже внутри. А вот это способ оплаты. Человек вот так сканирует QR-код, вводит свой пин и оплачено. И вот для сравнения, Mi 11 Ultra. Вот это Sharp, а это Mi 11 Ultra. Конечно, Xiaomi раскрашивает все такие яркие, приятные цвета. Но с другой стороны, Sharp показывает натуральные такие цвета и очень приятные. Еще угол обзора отличается. На Sharp 26 мм. На Xiaomi, по-моему, 24 мм основная камера. А сейчас покажу широкоугольный объектив. И опять же, широкоугольный объектив на Xiaomi шире. И по цветам, видите, та же самая ситуация. На Xiaomi все очень ярко. На Sharp немножко приглушенные цвета, но такие натуральные. Из-за этого Xiaomi иногда перевирает. И если Xiaomi ошибается с балансом белого, это выглядит уныло.
на шарпе такой беды не произойдет, потому что с такими приглушенными цветами ошибка в балансе белого не приведет к катастрофе. Вот так мы закупаемся мясом. Это вот Mi 11 Ultra. Это Sharp R3. Посмотрите опять же на цвета, на баланс белого. Оцените звук. Ну и фронтальные камеры. Вот это Xiaomi Mi 11 Ultra, который почему-то записывает только Full HD. А это Sharp R3, который умеет записывать 4К. На самом деле, я не считаю, что качество между ними будет сильно отличаться, потому что YouTube все равно пережмет. Но тем не менее, сам факт того, что здесь только Full HD, а здесь аж 4К, очень интересный. Вот так вот они выглядят бок о бок, чтобы вам сразу было вместе одновременно посмотреть. Жена только что пообщалась с домоуправлением. Хорошо, что мы закупились, потому что ей сказали, что в Санье еще 20 новых случаев заражения, и из-за этого, скорее всего, локдаун продолжится еще надолго, возможно, еще на несколько недель. И поэтому я очень рад, что мы прочитерили и закупились едой, потому что это, возможно, нам не скоро удастся сделать в следующий раз, потому что когда она одна идет, она не может много купить. Все-таки видите, какая маленькая, худенькая у меня жена. Вот столько в одной руке не унесешь. Поэтому это был наш единственный шанс. Друзья, спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. У меня для вас есть небольшое объявление. Вообще, я свой канал начал с обзоров на смартфоны. И так как, обозревая камеру смартфона, я делаю тест-драйв, снимая какой-нибудь ролик целиком на нее, чтобы продемонстрировать ее возможности. Конкретно этот ролик был снят целиком на Sharp R3. И вот последние несколько сюжетов о локдауне в Китае набрали очень много просмотров, за что я вам очень благодарен. Но вы задали мне очень много вопросов, которые я не могу оставить без ответа. Я должен вам рассказать про QR-коды, про вакцину, как здесь живется, откуда мы берем деньги, как мы узнаем, что нужно делать. Я вам должен показать свое сообщество, то есть коммуну. На все эти вопросы я вам отвечу в следующем ролике. А чтобы не потерять меня в случае, если YouTube все-таки заблокируют, также подпишитесь на канал в Телеграме и на паблик ВКонтакте. Увидимся в следующем ролике. Пока!